Мы большая семья, Яна, Стёнка, Артём, Родион, Мирон. Мы сейчас живем в Турции, в Кемере, и на днях купили квартиру в этом прекрасном городе. Об этом, кстати, сняли отдельный выпуск, посмотрите. Сегодня насыщенный выпуск, поэтому я буду то обросший, то подстриженный. Выпуск снимался не один день. На лайк нажали? Погнали! Всем привет, доброе утро! У нас сегодня будет классный день, 100%, как всегда. На завтрак мы решили приготовить самостоятельный какой-то цезарь-ролл. Здесь у нас обжаривается яйца, айсберг, помидоры, огурец, творожный сыр и вот такие вот лепешечки. У нас наконец-то начался купальный сезон, на море все купаются. В бассейне у нас все купаются, и дети просят надувашки. Поэтому сейчас едем в магазин покупать надувашки. У нас здесь есть классный магазин, где есть абсолютно все. Магазин в 3 этажа, вон, плавки всякие можно даже взять. Вот как интересно, есть абсолютно все вообще для купания, там даже лежаки продаются. А вот надувашек нет. В другом магазине нашли, в принципе, то, что надо. Вон, пончик возьмем. Только, вроде, дай-ка, коричневый. Держи. И матрас. Он спрятался. Все купили. Вон, Родик счастлив. Нужно обязательно сохранить чек. Вдруг дырявые. Ну, пошли. Ну, пошли. Даже в такую пасмурную погоду купаться уже кайфово. Как я обожаю, в какое время мы живем. Раньше, помните, ты берешь вот этот вот здоровенный матрас, да, вот так вот ищешь эту пипку, и вот так вот. Потом покупался, и чтобы в машину это же не упакуешь никак, надо было вот это вот сидеть, сдувать. Сейчас времена настолько крутые, что посмотрите, что теперь у нас есть. Это насос от компании Aero Go Go. Прикиньте, какой он маленький. А теперь распакуем. Внутри у нас есть инструкция, сам насос, насадки для разных надувашек и провод для того, чтобы зарядить сам насос. Чтобы понимали, насколько удобна эта штука, посмотрите на размер. Его можно с собой таскать в кармане. Самим насосом можно не только накачивать, так еще и спускать. А теперь давайте проверим, как он работает. Здесь у нас есть 2 кнопки. Это запуск воздуха, 2 режима и фонарик. Фонарик проверим сейчас в темноте. Не сильно темно, но тем не менее. Смотрите, как четко. Этот фонарик, кстати, можно прям к камере носить и делать себе дополнительное освещение в темное время суток. Родик, давай насадку, которая для надувашки. Ага. Первый готов и уже похищен. Приступаем к ватрушке. Второй готов. Слушайте, вообще очень интересная штука. Представляете, какой вот объем он накачал и вообще даже тепленький не стал. У нас еще есть надувашки для самого маленького. 3 секунды и готово. Ну а теперь купаться. Данным насосом можно не только надувать, а еще и спускать. Сейчас посмотрим. В общем, прикиньте, за считанные секунды он выгнал весь воздух с этого круга, и теперь его можно компактно сложить. Обычно просто больше всего, что нас раздражает, когда мы ездим на море, это надувать и сдувать вот эти рукава детские, надувашки. Представляете, как это экономит ваши силы, время, и пихать в рот что-то с песком. Особенно если пляжи, песочная штука, вообще супер удобно на самом деле. Мы прям очень довольны. Ссылочку, где мы заказывали Aero Go Go, я оставлю там в описании. Это доступно абсолютно каждому. Эй!
приехал я, значит, в Зиратбанк для того, чтобы получить новую карту. Хочу новую карту с чипом, чтобы она была именная, а то у нас просто такая, которая даже не прикладывается. Посмотрим, пошлют меня или нет. Круто. Слушайте, меня не послали. Взяли доки, старую карту закрыли, сказали, именная скоро будет. Привязали мне к этой карте российский номер телефона. Потрясающе. Вот так вот быстренько решаются здесь дела в Турции. Забираем Настенку и едем на море. Наш любимый пляж в Чимиюве. Блять, как малолюдно. А вон там вот уже видно, что готовятся к сезону. И поставили уже зонтики, лежачки, уже все выставлено. Отели вот-вот откроются. Все настилы подоставали, зонтики соломенные подоставали. Вот это вот все в ближайшие дни будет выставляться уже непосредственно на пляж. И все, друзья мои, скорее пакуйте чемоданчики и приезжайте отдыхать. Мне кажется, май в Турции — это вот прям идеальное время для отдыха, когда еще не так много людей, море уже теплое, погода потрясающая. Что, давайте, welcome. Сразу сходу, да? Классно? Давай, Мирошка, ныряй. Понятно. Ну, пойдемте, искупнемся. Ой, красота. Вон парни уже все как рыбы. О! О! Посмотрите, какой цвет идеальный. Фух. Еще это. Ну, такая температура, что... Дыхание сперло. Фу. Ой, хорошо. А, какие виды. Вот такой божественного мальчика получился. Отойди, Мирошка, подойди. Еще так это делаешь? Погоди, пока. Я вам к дому подъезжаю, а мои парни вон уже стоят, ждут меня, потому что мы... Вы куда собрались? На футбол. На футбол? Футбол! Футбол футболить. В общем, пацаны мои грустные, потому что футбол почему-то отменился. Поэтому идем большой дружной компанией в отель все это дело заедать. Да? Стресс заедать. Правильно, Стенка? Еда лечит, правильно? Не позанимались, а пожрать пожрем. Так всегда. Спорт нет, еде, да. Вот такой вот большой компанией мы заедаем, что нету сегодня футбола. Врагим. Ладно, ребятки. Закончим на позитивной все-таки ноте. Футбола не было, но мы их привезли вот на поле в один из отелей викингов. Смотрите, как классно здесь. Нас немного, четверо, но вот 2-2 рубимся. Давай, Дима! О, гол! А маленькие вон там играют. Фух. Смотрите, с каким видом прекрасным у нас тут закат. А-а-а, класс. Ух! Все, мы продолжаем играть. До нового. Так, подъехали мы на парковку. Смотрите, у нас новая машмула растет. Настенка говорит, я его поела. Мы, прикиньте, впервые в этом сезоне идем закупаться. Ну, как закупаться? Прикупиться в Айкике. Здесь он прям в центре находится. Здесь наш любимый отель. А вообще, на самом деле, закупиться-то не просто так даже идем, потому что сегодня в отеле у викингов первая турецкая ночь. Это праздник. Да, поэтому купим по новой футболочке, по новым шортикам. Открывайте двери, спасибо. Первый этаж детский, точнее, первый этаж для меня. Второй для Настенки, третий для детей. Что-то выбора как-то не очень. Заходим в Айкики, как всегда, мешок. Девчонок отправляем на тырчики в отель. А с детьми. Сами едем переодеваться в новую одежду. А потом будем да. Пришлось.
Парни, как всегда, довольны, что идут кушать и тусить. Не, ну сегодня еще турецкая ночь, это вообще потрясающая история. Ладно, добро пожаловать. За турецкую ночь. Турецкая ночь, да, как я сказал, смотрите, какой огромный стол устанавливается для нас, тех, кто спецгости, те, кто купил здесь недвижимость, здесь будет сейчас тусовка, люди потихоньку собираются, в общем, сейчас буду показывать, как все это происходит. Ну вот у нас наконец-то начало, включились все подсветочки, ведущие. Смотрите, как круто становится. Покажу вам эту прекрасную атмосферу. Вот такая вот, смотрите, как круто. Сейчас будет танцевальная вечеринка. Здесь собрались наши все гости, все жители комплекса. Смотрите, как нас много. Сейчас персонал исполняет танец. Мы пришли на пляж Moonlight. Смотрите, как здесь все готовится. Уже к сезону. Уже потихоньку все прям начинается. Видите, ограждение вот эти вот натянули, пирс протянули, яхты, здесь вот эти спускают сейчас на воду. Но меня больше всего что удивило, это как они привезли новый песок. У нас тут детвора бесится, как представляете, завезли вот общие кучи, потом песок просеивают, туда крупная галька падает, а они вот эти просеянные кучи уже, просеянный песок уже сюда привозят. Прикиньте, вы приедете отдыхать, у вас будет под ногами идеальный, ну не мальдивский, конечно, но все равно. Вот видите, я не наврал, мы прям стали свидетелем, как все это происходит. Просеяли как муку его GX. Так, где такое еще делают, кроме кемера? Мы придумали даже марку этому песку, кемерский песок просеянный, будет так и называться. В общем, Дим, будем продавать песок. Кому нужен кемерский просеянный, пишите славяну, отправим в Россию вместе. Артём... Ребятки, показал вам уже караваны, рассказал вот в этом выпуске про идею, да, про то, что мы сейчас осуществляем, это продажа турецких караванов на российском рынке. Идея пойдет, словила хейта, конечно, она много, многие в нас не верят, многие не хотят, чтобы у нас что-то получилось. Конечно, это грустно от таких людей, которые всю эту фигню писали в том выпуске, но на самом деле специально для вас сегодня будет еще один момент в этом выпуске, что, конечно, ваши пуканы подогреются сейчас, сейчас поймете, к чему я говорю. Специально беру с собой Мирошку, всех оставил дома, пусть только Мирошка будет. А еще хотел показать, пока мы идем в этом комплексе, да, где мы снимаем квартиру, здесь продаются квартиры, вот, например, даже квартира, где мы живем, она тоже продается. Вот эта продается, большая. И вот хочу показать вам однюшку, тоже купили ребята здесь квартиру, делают перепланировку, у них здесь будет полностью все закрыто. В общем, купили, и еще вот можно как опции сделать планировку, которую сами же они себе хотят. В общем, это к тому, что... Пойдем, Мироша. Если хотите здесь приобрести в Кемере недвижку, то пишите. У меня наикрутейшая просто скидка 10-15%. Это просто сходу. А дальше условия там, как договоритесь. Едет Димка. Сейчас мы поедем в одно классное место. Будем вам еще показывать интересную информацию. Мироша, прыгай. Здорово. Че, поехали, чтоб подгорало? Воу.
Виды по-прежнему не меняются. Красота. Ребятки, куда мы приехали? Я давно говорил, что когда-нибудь на просторах интернета, карт Яндекс и Google, будет такое название кемпинга «Бабушка славян». И вот на самом деле мы вот с караванами вот это все придумали. Естественно, с кемпингом тоже надо что-то придумывать. Мы тут вообще впервые приехали в эту часть Кемера. Здесь есть муниципальный пляж, зоны отдыха, барбекюшки. Смотрите, как красиво, столики. Вот он пляж, сейчас дойдем. В общем, в этой части мы присмотрели несколько, значит, участков земельных. Есть такие прям маленькие-маленькие. А вот один нам участок очень сильно понравился. Я вам сейчас его покажу. И вот мы хотим его как-то замутить себе в аренду. В общем, это будет просто невероятно. Смотрите, какая красота. Горы, здесь вид на Тахталы. Участок просто гигантский. Вот здесь, видите, как знак уже стоит, чей-то караван, не знаю, что он здесь стоит. И сразу море, первая линия, мыс, вот это Чалыч, смотрите, как классно. Здесь вот эта муниципальная история, можно приходить, жарить шашлыки, как в Чимьюве, например. Здесь же вот туалет, и здесь висит табличка, что запрещено на караванах вставать, в автодомах и так далее. Но здесь можно просто подъехать, пожарить шашлычки. Мы, кстати, тоже так делали, когда путешествовали 2 месяца по Турции. Мы вот так вот в эти душевые кабинки заходили, мылись. В общем, красота, смотрите, вот они, столики. Прекрасно вообще. И сразу же пляж. Ну, прикиньте, как круто, ребята. Знаю, сейчас эта информация кому-то из вас будет очень неприятно, потому что у нас на самом деле может это получиться. Да, Дима? Все обвиняют, что с караванами реклама, понимаешь? Никто не хочет и не верит, что мы их будем таскать в Россию, понимаешь? И кемпинг будет здесь, и шоурум здесь жахнем. Самый классный комментарий был: сколько у вас там человек собралось уже, это же все хотят заработать, да? Да. Мы со славяном подумали, мы первый караван привезем вообще бесплатно, то есть вот сколько он нам обойдется, столько мы его и доставим. Первому клиенту, да, потому что нам очень важно проследить вот эту всю схему, логистику, отрепетировать, да, и у вас есть шанс купить его по минимальной цене. Да, то есть вот чисто вот мы его в ноль сыграем, дабы ко всю эту схему откатать. Так что пишите, контакты есть в описании. Продолжим. Смотрите, наш будущий пляж. Вот здесь вот будем жарить шашлыки, веселиться, тусоваться. Потом вот так вот бегать, купаться в море. Слушайте, как такая идея, как вам место? Пишите пожелания, держите кулачки, пальчики. Будем с кем-то общаться и договариваться, да? Конечно. Есть здесь еще земля, не знаю, сейчас попробуем посмотреть, но она такая маленькая, что там, ну, типа, не знаю, 5 караванов, по-моему, и на этом все там. Да здесь идеальное место, песочный, да, пляж, чистое море, конец Кемера здесь никому уже... Ну, здесь шикарно. Не будем мешать. И вид-то посмотри какой. Вид. Да, да. Здесь полностью вот эти вот высоченные хребты, Тахталы, но она сейчас спряталась. Чалыш, это весь Кемер. Здесь вид на Анталию, снежные вершины. Ну, шикарно, просто шикарно. Еще вон в лес можно погулять. Вот так вот. Это наша следующая ступенька здесь развития. Прикиньте, не просто так приехали. Вот, например, следующий участок тоже. Тоже достаточно большой, но здесь все равно уже есть какая-то постройка. Не знаю, частная, не частная. Надо, в общем, договариваться. Уже будет с другими людьми. Вот здесь калиточка есть. Вот следующий участок. Там тоже есть какая-то парковочка, но он достаточно маленький, длинный, но вот узкий. Я даже не знаю, сколько караванов сюда поместится. Штук 6, наверное, комфортно, а потом будет все. Здесь вот кемпинг есть тоже. Но так себе. Вот еще земля. Смотрите, вот прям за спиной этого кемпинга можно сделать свой кемпинг, чтобы жизнь медом не казалась. И еще есть следующий участок. То есть земли, по сути, много. Но опять-таки она здесь стоит просто космических денег. Прикиньте, в Кемере, прямо на берегу моря,
вот с таким вот роскошным видом. Это просто миллионы долларов вот за эти вот участки. Но опять-таки, есть возможность обсуждать, есть возможность договариваться, поэтому посмотрим. В принципе, тоже достаточно большой, но здесь надо все будет разравнивать. В принципе, тоже большая территория. Большая территория. Так, а есть еще как вариант вообще брать землю? Вот смотрите, прям вот так вот в апельсиновых садах. Здесь вот висит табличка. Вот так вот, если я сейчас вам покажу аккуратненько, просто палить не буду. Вот продается 7000 квадратных метров. Представляете, вот по сути, вот можно прям вот здесь вот взять. Часть, конечно, деревьев спилить, а часть, конечно, оставить. И прям сделать места вот прям вот в апельсиновых вот этих вот. Прикиньте, как будет тоже круто. Ну, собственно, дальше надо все дело это обмозговывать, решать, договариваться. Едем снова в отель, потому что у нас вообще теперь есть вот такие вот карточки, значит, черные. И мы можем спокойно пользоваться инфраструктурой всех 6 отелей, между прочим. Дети как рады, да, Тёма? Да что, да, это прям лучшая покупка. Как же вечером здесь красиво, обожаю эту локацию, просто. Ой, скоро сезончик будет. А мы в любимый Викинг Стар, вот видите, едем с прекрасными видами. В общем, ребятки, Кемер — это реально лучший город. Здесь на берегу так точно. Да не, для нас, конечно, даже во всей Турции. И, наверное, вы сейчас спросите, а где Настя-то, почему вы без Настенки-то? Потому что она в отель зачастила вообще ходить. Она ходит постоянно туда с Сонькой в хамамчик, в спа. Видали? Вот так вот. Радуем. Радуем Настенку. А теперь вообще вот хоть каждый день можно ходить. Вот он, наш любимый Викинг Стар. Вот они, вот они. Смотрите. Посвежели. Но... Да. А? Устал? Нормально. Живы. Я говорю, вообще вы зачастили. Черные карты даже дают личного фотографа, который делает потрясающие фотографии. Так что вот так вот мы залетаем на ужин. Правда, дети сели отдельно от нас. Сказали, не хотим. Вот здесь Ибрагим, как всегда, с нами. Ибрагим, hello. Hello, my friend. Да. Хорошо, борщ. 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 Туркиш борщ. Стакан воды по утрам, говорят, очень полезен. Утро начнем с тренировки, с мотивацией на хорошее тело перед отпуском. Погнали! Посмотрите, какую рыбку я поймал. Сходил на рыбалку в магазин. Здесь получается 2 килограмма. Почти в рыбине, да? Красная форель. Смотрите, какая красота. Мы ее будем засаливать. Часть оставляем на уху. Часть засаливаем. Все это дело 250 лир стоит. А если покупать уже готовую, солененькую, и то она здесь такая подкопченная, там ценник вообще как этот, крыло от самолета стоит. Получается, вот так много филешки, все ставим это на 2 суток. А второй пакет по духу. Здесь, кстати, тоже 0,5 килограмма точно есть. Настеночка вписалась в какую-то движуху, оплатил какой-то там марафончик. Теперь у Настенки даже индивидуальное питание. Побольше зеленушки. Полные отчеты и так далее и тому подобное. В общем, марафон на 3 недели. Посмотрим, что из Настенки там сделают.
Ответ всем, беременна ли Настенка четвертым, если только четвертый шаурмой. Но... полезная еда. Да, но Настеночка вот ее выгоняет уже который день но подряд. Вай, скоро будете писать, о, чё ты такая худая, да? Тебе бы не мешало бы поесть. Что бы ты ни делала, тебе все равно прилетит хейт. Запомни, это Настенка, так что продолжает трясти своей замечательной попкой. Трюк-тук-тук. Ну а после треньки отправляем Настенку в бассейн. Пусть плавает. Вот это да. А все, что остается у нас с красной рыбы, мы варим уху. А где пиде? Оказывается, Настенка уже достала. И даже духовка уже разогревается. Раньше, представляете, мы эти пиде покупали по 50 лир за пачку, в пачке 3 штуки. Сейчас они стоят 160 с чем-то лир, прикиньте. Цены растут, растут и растут. Какая красота! Спустя неделю ожидания новая карточка у меня, и это не может не радовать. Супер! Поздравляйте! Мы тут гуляем с видом на Тахталы. Мирошка с горки катается. Дети там вон, футбол, волейбол. А Настенка ходит, ходит. Вписалась в марафон спортивный. Строгие отчеты, строгое питание. 7000 шагов за день минимум. Вот нагуливает. Я, ребятки, хочу вам показать, как выглядит дуплекс огромный. Вот в комплексе прямо над нами. Смотрите, здесь огромнейшая гостиная. Это прихожка, встроенный шкаф. Вот она гостиная, здесь первый туалет с душем, огромное пространство, здесь уже все вот установлено, ну, есть мелкие недочеты, которые при продаже исправятся. Посмотрите, какой гигантский просто балкон, и, конечно, с каким он потрясающим видом. Вы просто гляньте, что здесь творится, офигеть. Да, вот такая, конечно, квартира идеально вот прям для жизни нашей семьи. Пойдемте теперь на второй этаж. Быстрый такой просто рум-тур вам покажу. Это единственная, по-моему, трешка, ну, точнее, единственный дуплекс, который остался вот в этом комплексе, где мы живем. Здесь у нас три шикарных комнаты. Тоже, смотрите, бац, большая комната. Тоже с невероятным видом. Выход на балкон. Вот он. И пойдемте в другие комнаты. Здесь еще один туалет с душем. Вот, пожалуйста. О, какой здоровый, кстати, ничего себе. И еще одна комната с таким же видом на Тахталы. И еще одна комната, здесь уже вид на лес. А вот этого я себе взяла. Офигеть, да? Да, вот такая прям. Смотрите. Единственное, что вот такие высокие балконы для безопасности. Класс, да. А так вот видно. Ну, это просто стиль такой на все. Ага. Но мне как будто комната. Классно, да? Вот есть к чему стремиться. Да, есть да. К чему стремиться. Мы сейчас начинаем начали с минимального, а потом вот... А возможно, потом у нас будет и такая большая квартира. Да, ребятки, я детям детскую. А кто захочет жить с нами и быть соседями, я контакты оставляю. От нас колоссальная скидка, супер будут просто условия. Ну, кто от нас покупал, уже знаете. Да и мы про свои условия тоже рассказывали, давай, когда спасибо. Показывали нашу квартиру. Еду сейчас до Димы и его семьи, надо сказать до свидания. Потому что ребятки отправляются в большое путешествие по Греции, да? Да. По Греции? Не зря, короче, убрал сиденье. Посмотри, сколько мы вещей. Ай-яй-яй-яй-яй. Это не вы на 3 месяца с рюкзачками можете ехать. Ну, что-то вы конкретно вообще, слушай. И самокаты, и такие велосипеды нераскладные. Да. Да, вообще. Благо, место позволяет. У тебя получается вот такая кладовка. Там много таких вещей бытовых. Hyundai кладовка. Да, бытовой химии мы, короче, взяли там типа в караван, там вот это все. Чтобы просто не заморачиваться, не останавливаться. Круто. Ну давай, прицеплять. Чудо, устройство. Давай.
В общем, друзья мои, если вы хотите путешествовать с таким же караваном, пишите мне, контакты я оставлю в описании. Мы пригоним караван, все выпуски про караваны тоже посмотрите. Пригоним, растаможим, все под ключ сделаем.